Впереди пора отпусков и путешествий за границу. Чтобы избежать неприятных казусов на таможне, судебные приставы рекомендуют проверить, числитесь ли вы в разряде должников. Сделать это можно, не выходя из дома, с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Для этого необходимо зайти на официальный сайт Управления службы судебных приставов, выбрать вкладку «Банк данных исполнительных производств». Можно воспользоваться единым порталом государственных услуг. При неисполнении в добровольном порядке требований, указанных в исполнительном документе, вынесенных на основании судебного акта, судебный пристав-исполнитель вправе по своей инициативе или по заявлению взыскателя вынести постановление о временном ограничении должника за пределы Российской Федерации. На сегодняшний момент у нас временных ограничений в отношении жителей Курска вынесено на 1119. Информацию о задолженностях можно получить также в социальных сетях через приложение «Банк данных исполнительных производств».